Где он? Кто он? Муж! Як знайти ліки проти кризи середнього віку? Перша любов, вона не ржавіє. Чи вдасться змиритись із втратою найдорожчого? Мамочка, не віддавай мені. Я з тобою не вийду. Давай, давай. Як не опустити руки? А ну пішла відсюди! Того дня 35-річна Лілія Варламова збирала доньку до школи. Вони вже трохи спізнювались. Але жінка навіть не підозрювала, що скоро в її житті стануться кардинальні зміни. Варька, ти готова? Ні, мабуть. Ну давай швидше збирайся, а то опоздаємо. Мам, а ти мені купиш ще розові джинси, які я вчора з тобою в магазині бачила? Опять розові? Ты прям как Барби вся в розовом. Держи. Держи. Это же мой любимый цвет. Ну, конечно. Ты же моя принцесса? Да. А принцессы всегда в розовом. Держи. Давай, давай, собирайся. Так. Дневник. Принцесса, а у тебя сегодня природоведение? Да, опять. Еще и последний урок. Я на нем всегда засыпаю. Варька. А давай я тебя сегодня украду. Давай. И мы поедем пить чай с пирожными. Договорились. Только папе чур не говорить. Хорошо. А можно мне две корзинки с кремом? Угу, а ты не лопнешь? Нет. Ой, это, наверное, тетя Аня решила миксер вернуть. Сейчас, подожди немножко. Я сама открою. Хорошо, беги. Беги. Ой, здрасте. А вам кого? Ты Варя? Да, а кто вы? Доченька, настоящей красавицей выросла. Ты? Ты что здесь делаешь? А ну пошла отсюда! Варя, ну сколько раз тебе говорила? Нельзя открывать дверь, не посмотрев в глазок. Открой, я тебе сказала! Так я думала, это тетя Аня. Открывай, я сказала! А давай ты сегодня... В школу не пойдешь. Устроим тебе выходной. Мам, ты чего? У меня контрольная. Ты садись. Смотри мультик. Справку я тебе достану и все объясню учительнице. Ты смотри, я сейчас. В тот день сбылся мой кошмарный сон. Он постоянно мне снился. Один и тот же. Что родная мать Варя приезжает и забирает ее у меня. Я воспитывала Варю с пеленок, она родная дочь моего мужа. Но юридически мы ничего не могли оформить, так как ее матери не было в стране. И это было страшнее, чем бессонные ночи у кроватки Вари. Даже эти недели в больнице, когда у нее была жуткая аллергия. Явилась, не запылилась. Бросила дочь, а теперь лезешь с объятиями. Как можно так девочку пугать? У меня вообще не нажила! Это моя дочь. Что хочу, то и делаю. Ну ты и дрянь. Полегче. Через 9 лет вспомнила, что у тебя есть ребенок. Теперь что, решила в мамочку поиграть? Только запомни, ребенок не игрушка. Да, я была не права. Раскаялась. Вот теперь буду наверстывать упущенные. Аварию я забираю. Теперь сама буду воспитывать. Размечталась, не будет этого. Пусти, это моя дочь. Да не пущу. Отошла. Да ты отошла. Пошла отсюда. Ну хорошо, ты сейчас у меня получишь. Ха, получу! Размечталась! Это на словах я была такая смелая. А вообще я в таком ужасе была, не знала, что делать. В голове было лишь одно – немедленно позвонить Игорю. Он что-то придумает, решит, но я не знаю. Я просто привыкла все время полагаться на него. Цивільний чоловік Лілії, Ігор, був на заробітках в іншій країні. Ігор не відповідав, я не знала, що мені робити. Да, в свідченні о народженні Вареньки дійсно вказана її мать Наталія. Але Варенька ведь всю життя мене мамою називала. Я розуміла, що коли-небудь прийдеться сказати їй правду, але що так скоро я не чекала. Ты чего? Так, Варюша, ты уезжаешь. Пока несколько дней побудешь у бабушки. В школе я договорюсь. Это все из-за той тети, которая моя мама, да?
Варюша. Да ладно, мам, я видела свой паспорт. Какой еще паспорт? Ну, там, где моей мама с папой написано. Это та твердая бумага, розовое свидетельство? Ну да, свидетельство. Там другая тетя написана. Наташа зовут. Но она мне не нужна. Ведь ты моя мама. Варюша, я тебя никому не отдам. Ты же моя принцесса. Единственная радость. Поехали к бабушке. Поехали. Давай, собирайся. У меня чуть сердце не разорвалось, когда она это сказала. Я сама не знаю, как я не расплакалась. Но в тот момент я решила, я пойду на все, что угодно, но Варю никому не отдам. Вар, давай побыстрее. Лілія була рішуче налаштована тимчасово сховати Варю та вирішити всі питання з її рідною матір'ю якомога швидше. Але не встигла. Откройте, милиция! Вот дрянь. Мамочка, я боюсь. Не бойся, Варенька. Мама о тебе позаботится. Стой здесь, хорошо? Вот, это она у меня дочь украла. С ума сошла? Да я твоего ребенка 9 лет воспитывала. Следователь малышка, Владимир Иванович, что тут у вас происходит? Послушайте. Моя дочь Варя живет со своим отцом и со мной. А эта ее в роддоме бросила, сама сбежала, а сейчас вернулась, мамочка. Да как же ей можно ребенка отдавать? Она же ведь ей чужая. Мамочка, не отдавай меня. Я с тобой не пойду. Отойди, пожалуйста. Варя, пойдем. Спокойно. По закону ребенок должен быть с матерью. Разбирайтесь с юристами. Кто из вас кому какая мать? Пока мы ребенка забираем. Лілія залишилася з горем сам на сам. Вона знову намагалася додзвонитися до свого цивільного чоловіка, сподіваючись на його підтримку та допомогу. Візьми трубку. Когда первый шок прошел, я так разозлилась, не собиралась этой сволочи своего ребенка отдавать. Я решила действовать. Наступного дня Лілія вирушила до опікунської ради. Вона сподівалася, що існують законні способи повернути доньку, яку виховувала як рідну. Але жінка ще не знала, що боротися за дитину буде непросто. Ви дитину офіційно удочерили? Ні. Отец лишив мать родительських прав? Ні, так як же лишити, якщо вона десь за границею постійно плясала? Так би лишили на основі того, що мать не приймає участь в житті дитини. Так хто ж знав? Ну, хто-хто? В этой жизни женщина все предусмотреть надо. Ничем помочь не можем. Она родная мать, и поэтому имеет полное право забрать ребенка, если она не лишена родительских прав. А что же делать? Ну, обращайтесь в суд, и не вы, а отец девочки. Так он только через полгода будет. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Цивільний чоловік Лілії і досі не вийшов на зв'язок. Проте наразі її найбільше хвилювало, як почувається її донька. І тоді жінка вирішила подзвонити Варі. Трубку. Я хочу поговорить с дочерью. Ах ты ж. Эта гадина сказала, что сама разберется со своей дочерью. Без посторонних. Мне было больно, что она забрала у Вареньки телефон. Но не на ту напала.
Лілія пішла до школи, в якій навчалася Варя, сподіваючись, що дівчинка відвідує заняття й надалі. Варя! Привіт, моя родна! Мамо, мамочка, забери мене відсюди, поки Надежка не приїхала. Зайка, я не можу тебе забрати. Все треба вирішити ще з документами. Ну, то міліція прийде і забере тебе. Ти мене не любиш, я тобі не потрібна. Ну, Варя, ну що ти таке говориш? А это что такое? А где твоя зимняя куртка? А где твой шарфик, шапка, варежки? Ты что, в классе все оставила? Нет. А что на тебе надето? Наташка сказала, что так модно, чтобы мама и дочки одинаково одевались. Это она мне купила. А что сказали учителя? Учителя меня сегодня ругали и в дневник записали. Правильно сделали. А ты сегодня завтракала? Да, Наташка дала мне хлопья с молоком, а я просила блины. Она поставила меня в угол и сказала, что я капризничаю. Из-за нее я сегодня опоздала. Господи. Знаешь что, принцесса? Беги в машину. Быстро. Не спрашивайте меня ни о чем. Так поступила каждая мать, настоящая. Забравши Варю, Лілія негайно поїхала з нею до юридичної консультації. Жінка прагнула будь-що відшукати законний спосіб залишити дівчинку в себе. К сожалению, помочь ничем нельзя. И вообще, любые попытки забрать ребенка будут незаконными. Меня никто не забирал. Я сама ушла. Лиль, вы же взрослый человек. И прекрасно понимаете, у вас могут быть серьезные неприятности. Какие? Да вплоть до тюремного срока. Спасибо вам огромное. Варенька, собирайся. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. До свидания. Я прямо там чуть не разрыдалась. Ну как такое могло быть? Никакой закон не позволял мне за Вареньку бороться. Ну как я могла просто так отдать этой сволочи свою дочь? Ты меня к ней отведешь? Нет, мы идем к бабушке. Тебя в тюрьму посадят. Глупости какие. Проходи. Ты просто побудешь у бабушки. Кто знает, что я тебя забрала? И где ты вообще? А я что-нибудь придумаю. Варьке я, конечно, соврала. Я понимала, что будут последствия. Но мне было все равно. Лілія відвезла Варю до своєї матері, а сама повернулася додому. Та як і боялася, наслідки своїх дій жінка відчула вже дуже скоро. Откройте, я знаю, ви вдома. Откройте, я видел, как вы вошли в подъезд. А что это, милиции нечем заняться? Только за мной следят, да? Где девочка? У мамаши ее спрашивайте. Где Варвара? Вы, Варю, сами ее отдали. Варя, она не вернулась из школы. Одноклассники видели ее с вами. Отдайте по-хорошему ребенка. Иначе мы вас арестуем за кражу ребенка. Да, пожалуйста, арестовывайте. А доказательства у вас есть, а? Или ты взятку ждешь? Только вот, денег у меня нет. Как вы со мной разговариваете? Перед вами представитель власти. Да мне плевать, кто вы такой. Как хочу, так и разговариваю. И вообще, что это за власть такая? Детей матерей забирают и шлюхам отдают. Значит, не хотим по-хорошему, будет по-плохому. Идем в отделение. А, так с этого надо было начинать, а? Разговоры. Идем в отделение. У меня есть право на звонок. Алло, мам, ты не волнуйся. Я еду в милицию. Я потом перезвоню. Пройдемте в отделение. Идем. Дура! Неужели ты думаешь, если сядешь, девочке лучше будет?
В обезьянник хочешь? А ты меня не пугай. Алло. Я понял. Свободно. Что? Чому слідчий вирішив відпустити Лілію? І яка приголомшлива новина чекає на жінку? В обезьянник хочеш? А ти мене не пугай. Алло. Я понял. Свободно. Что? Свободно, я сказал. Девочка вернулась к матери. Заигралась где-то. Вы меня разыгрываете? Делать мне больше нечего, шутки шутить. Свободно. Мама, где Варя? Как сбежала? Мамочка, ну как же ты могла? Господи. Она из дома убежала, потому что я в милиции. Моя мама ей сказала. И вернулась к этой. Ради меня. Ну послушайте, не рыдайте. Как будто бы родная мать сожрет ее заживо. Не может мать таким монстром быть. Но я же ее совсем не знаю. Как я могу быть спокойна? Да эта дура даже в школу собрать ее нормально не может. А Варенька недавно переболела. Давайте что, вы были спокойны? Я кое-что разузнаю об этой Наталье. Хотите? Что, правда, что ли? Да, ну, чего уж. Только вы мне должны кое-что пообещать. Все, что угодно. Все не нужно. Глупости больше не делайте. Некогда мне вас по отделениям таскать. Обещаю. Честное слово. Договорились. Большое вам спасибо. Спасибо. Всего доброго. Я не ожидала от него такого. И даже растерялась. А потом подумала, это же ведь его работа. Но мало ли что с ребенком случится. Ведь он тоже отвечать будет. Так что не просто так он это делал. Володимир виконав свою обіцянку і вже наступного ранку прийшов до Лілії з приголомшливою інформацією. Доброе утро, Лиля. Доброе. Не розбудив? Ні, я цілу ніч глаз не замкнула. Є інформація по Наталі. Смирнова Наталья, 87-го года рождения. Действительно, долгое время проживала за границей. Вроде как танцевала в ночных клубах. В основном Турция. Сейчас домой вернулась. Встречается с каким-то мужчиной. Подружкам хвасталась, замуж собирается. Обзавестись настоящей семьей. Натанцевалась, стрекоза. Ой, что это я? Проходите. Сюда. Нет, нет, не разувайтесь. Пойдемте. Она что, привела Варю туда, где какой-то мужик живет, незнакомый? Проходите, пожалуйста. Знакомый или незнакомый, не знаю. Сами смотрите. Это же ведь мой муж. Что знал, что это вернулась и ничего мне не сказал? Я их сегодня возле подъезда видел. Да нет, это какая-то ошибка. Это ваш муж? Да. Игорь не может быть там, он ведь на заработках. Я эти фотографии сегодня сделал. А у вас там есть адрес? Есть, есть. Но вам я его не дам. Вы там драку устроите, а мне разгребать. Да, вы правы.
Ой, что же за хозяйка такая? Даже чай вам не предложила. Да какой чай? Пойду я уже. Нет. Присаживайтесь, раздевайтесь. А я за конфетами сбегаю. Мишка на севере. Мишка на севере? Мишка на юге. Случилось. Картина упала. Мужской руки давно в доме не было. Да? Где она висела? Вот там. Гвозди, молоточек. Угу. Несите. Угу. Картина упала. Упала картина. Лиля! Черт! Мужской руки давно не было в доме. Ну ты посмотри на нее. Мишки на севере. Захлопни дверь. Уж сколько раз твердили миру, а все равно попал на сыре. Лілія досить легко знайшла дім суперниці. Вона хотіла якомога скоріше побачити свого чоловіка, який так підло брехав їй, та з'ясувати з ним стосунки. Вали отсюда, тебе ніхто не приглашав. А я не в тебе. Где он? Кто он? Муж! Что ты тут вообще делаешь? Я сейчас милицию позову. Зови кого хочешь. Игорь! Игорь! Яка жахлива правда відкриється Лілії? Вали отсюда, тебя никто не приглашал. А я не в тебе. Где он? Кто он? Муж! Что ты тут вообще делаешь? Я сейчас милицию позову. Зови кого хочешь. Игорь! Игорь! Ты почему так странно выглядишь? Или это у вас семейное помешательство? Лиля, как ты меня нашла? А ты не ждал? Ну, вообще-то нет. А ты мне ничего сказать не хочешь? Что происходит, Игорь? Ну, как тебе объяснить? Да, ты говори, как она есть. Первая любовь, она... Она не ржавеет. Ну, тело молодое, все смажешь, чтобы не заржавело, конечно. Лиля, зачем ты так? Я не хотел тебя обидеть. Да ты что? А ты думал, что я ничего не узнаю? Ты ж вроде не дурак. Лиля, послушай, я тебе обещаю, мы исчезнем из твоей жизни. Мы – это кто? Я, Наташа и Варя. Мы уедем в другую страну. Ты с ума сошел? Господи. Да как ты мог так поступить со своим ребенком? Чем ты думал? Почему ты сам не пришел, не поговорил по-человечески, не объяснил все? Зачем весь этот спектакль? Или этой твоей потаскухе действительно нужна дочь? Эй, ты, полегче. Тебя никто не спрашивает, исчезни! Объясняй! Значит так, Варя – это моя дочь. Я ее просто так оставить не могу. Так что извини, но мы начнем втроем все сначала. Конечно.
Конечно, втроем. А я, значит, лишняя, четвертая. Спасибо, Игорь. Лиля, подожди. Я быстро. Лиля, постой! Лиля! Лиля, постой, пожалуйста. За что? Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Ну, понимаешь, она по утрам не готовит мне овсянку. Ну, я с ней чувствую себя молодым. Ну. Ясно, кризис среднего возраста. Ну, дочка, тебе зачем? Наташа же молодая еще, она родит тебе. Ну, а куда я Вареньку дену? Ну, ты ведь ей не родная, правильно? А бабушек и дедушек у нас нет. Отдай ее мне. Наташа, она не нужна. Варя для нее кукла, с которой она не знает, что делать. Ну да, разбежалась. Наташ, ну зачем ты вышла? Игоречек, пойдем. Я тебе массаж сделаю. Тебе же никто его не делал. Здрасте. Что тут у вас происходит? Между прочим, она ворвалась в нашу квартиру. Не стойте на сквозняке, простудитесь. Лиля, подождите. Лиля! Лиля, подождите. Лиля, давайте я вас подвезу. Нет, спасибо, я на машине. Давайте я вас подвезу. Вам нельзя в таком состоянии за руль. Ничего, ко мне прицепились. Простите, я просто ищу предлог. Какой еще предлог? Опять меня арестовали. Нет. Я слышал случайно там про развод. Я хотел спросить, что вы делаете сегодня вечером? Ого. Не ожидала. Сам не ожидал. Так что, может, куда сходим сегодня вечером? В кино, например. В кино? А что мне? Ребенка забрали. Может, вам массаж будут делать? А я сегодня совершенно свободна. Так я зайду вечером? Лиля, что с вами, Лиля? Здравствуйте. Ну, как вы себя чувствуете, Лилия Владимировна? Ничего, спасибо. Только голова немного кружится. А что произошло? Да ничего, собственно. Возьмите, пожалуйста, ваши анализы. Сильный стресс, переутомление. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. У вас что-то случилось? Да, случилось. Ну что ж, я так и думала. Лилия Владимировна, послушайте меня. Вам надо беречь себя. А то вы загремите в больницу всерьез и надолго. Да я понимаю. Вы знаете, вы побольше гуляете, занимайтесь собой, дышите свежим воздухом. Я вот тут вот вам витаминки прописала. Вы принимайте, пожалуйста. И берегите себя, я вас очень прошу. Спасибо вам большое. До свидания. Меня тот случай напугал. Доктора я решила послушать. Я же все-таки надеялась, что в новой жизни Игоря и его подружки Варя будет не нужна. И все-таки когда-нибудь она ко мне вернется. А для этого мне нужны будут силы и здоровье. Того самого дня Лілію відпустили додому. Та щойно вона твердо вирішила уникати будь-яких хвилювань, як життя підготувало їй чергову несподіванку. Лілія, здравствуйте. Здравствуйте. Вас уже виписали? Так рано? А что мне там держать? Обычное переутомление. Ну, отлично. Я хотел сказать, хорошо, что ничего серьезного. Володя, спасибо вам огромное. Ну, это же вы меня в больницу привезли. Если бы не вы, то вы сами знаете, валялась да, бы там. Да, бросьте, и помог бы кто-то. Люди, они лучше, чем вы о них думаете. Я так понимаю, сегодня кино отменяется? А как насчет выходных? Володя, вы меня простите, пожалуйста, но кино не будет вообще. Ну, не до этого мне сейчас. Понял. Простите, что побеспокоил. Больше не буду. До свидания. Лиля. Спасибо. Владимир был неплохим человеком, я это сразу поняла. Но не нужно было мне обещать ему пойти в кино. Это я так психанула после разговора с Игорем. Но мне, если честно, тогда было совершенно не до кино.
Мне нужно было просто взять тебя в руки, успокоиться и решить, как жить дальше. Але заспокоїтись їй не вдалося. Повернувшись додому, Лілія несподівано застала свого чоловіка. Здравствуй. Привет. А я вот тут. Помощь нужна? Да нет, спасибо, я сам. Слушай, я хотел спросить. Вареньку вчера обсыпало чем-то. И, наверное, это какая-то аллергия. А Наташа не знает, что делать. Откуда ей знать-то? У Вари аллергия на шоколад и апельсины. Вы что, их давали? Ну, она просила. Мы дали немного. А если бы она водки попросила? Ну, как можно быть такими безголовыми? А ребенка в школу отправить тоненькой курточки? У вас же нет, как вы будете ребенка растить? Послушай, не нужно на меня кричать. Я тебе дам ее лекарство и напишу, как и что принимать. На неделю посадить на диету номер 5. Хорошо. Знаешь, что это? Нет. Ясно. Вот, держи. И не давайте ей ни апельсинов, ни шоколада, ни в коем случае. Хорошо. Ну, я пойду. Ну, а вещи? Я завтра зайду. Хорошо, все. Я пошел. Спасибо тебе. Дорогая Лиля. Утім, попри обіцянку, наступного дня Ігор так і не повернувся по речі. Не прийшов він і за тиждень. Лілія не розуміла, що відбувалося. Ну, вообще-то я хотел вернуться. Что? Чи наважиться Лілія розпочати все спочатку? І яка пастка та обман чекає на неї? Маришечка, принцеса моя! Привет. Привет. Пустишь? Ну, вообще-то я хотел вернуться. Что? Мама, мы с папой к тебе жить приехали. Пожалуйста, прости. У них с Наташей ничего не получается и сложно все. Да и у меня не ладится. А что так? А как же вторая молодость? Да какая там молодость? Мы с ней чужие люди. Послушай, ты дашь мне шанс? Мамочка, ну, пожалуйста, прости, пап, ну, пожалуйста. Ну что ж, проходите. Буду вас завтраком кормить. Я вначале растерялась, когда увидела Игоря на пороге. Но, если честно, в глубине души я понимала, что когда-нибудь он ко мне вернется. И еще, что мне будет очень тяжело и больно простить его. Но кто из нас не делает ошибок? Я решила дать ему второй шанс. Того самого дня Лілія та Ігор, уклавши Варю спати, вирішили провести романтичний вечір. Чоловік намагався зробити все, аби якось реабілітуватися перед дружиною за свій ганебний вчинок. Проте усе пішло геть не так, як вони планували. Але оп! А ты, похоже, на стол собрал все, что любишь. Ну да. Но ты ведь знаешь, что все, что приносит удовольствие, это либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Или к холестерину и проблемам с печенью.
Кстати, тебе скоро сдавать анализы и обследоваться? Послушай, а мы можем хотя бы сегодня не говорить о тех проблемах, о которых мы и так знаем? Прости, я больше не буду. А про овсянку я запомнила. Да. Если хочешь, ешь на завтрак бутерброды с салом. Я же не из вредности. Я же о тебе забочусь. Послушай, ну, хватит об этом, я уже понял. Ты, пожалуйста, не обижайся, но просто пойми, когда ты говоришь со мной вот так, я себя чувствую, ну, каким-то стариком. Все, проехали. Не-не, достаточно. А у меня недавно нервный срыв был. В больницу положили, сказали больше не нервничать. Знаешь, а у меня к тебе есть предложение. Ложись-ка ты спать. Но тебе не стоит шутить с твоими нервными срывами. Это очень опасно. Тебе нужно отдыхать. А я завтра утром отведу Варю в школу. Ну, а как же ужин? Ты же так старался. Ужин? А ты знаешь, ты права. Ну и этот холестерин, майонез. К тому же на ночь наедаться очень вредно. Ты ложись, а я все здесь уберу. Да. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Я жду. Ты иди. Игорь все-таки был хорошим человеком. И знаете, я его понимала. Кризис среднего возраста. Но я думала, что это просто можно пережить. И все наладится. Но как же я ошибалась. Уже наступний ранок цілком розвіяв усі мрії жінки на краще майбутнє. Мама, вставай. Вставай, мамуля. Мам, мама, вставай. Ну, Варька, что случилось? А ты почему не в школе? А ты меня туда отвезешь? Так тебя же папа должен был отвезти. А где он? Не знаю, куда-то рано утром уехал. Я видела, как он дверь закрывал. Да как же это? Мам, там на кухне какое-то письмо. Может, от папы? Я до последнего отказывалась верить. Опять к ней уехал. Я не знаю, принцесса. А он вернется. На кухні Лілія знайшла два документи. Лист від чоловіка, а також документ, у якому жінку призначили офіційним опікуном Варвари. Папа поїхав в довгу командировку. Мамочка, тільки ти мені більше не віддавай, пожалуйста. Мам. Ну що ти, милая? Я тебе більше нікому не віддам. Обещаю. А знаешь, давай, ты собирайся, я тебе в школу отвезу, а потом украду. У тебя же сегодня природоведение. Поедем пирожные есть. Поедем. Мамочка, не открывай. Уходи, пожалуйста. Ну что ты, котенок, теперь тебя уже у меня никто не заберет. Честное слово. Постой, я сейчас. Я тоже испугалась, когда позвонили в дверь. Вспомнил тот день. Но я же была другой, и все права у меня были. И кто бы там ни был, я готова была убить за свою дочку. Но убивать никого не пришлось. Я никого не крала. Утро доброе. Я не за этим пришел. А дело против вас закрыли. Какое дело? Ну как это, о пропаже ребенка?
отвалилась. Варька! Варька! Варька? Какая Варька? Извините. Я омлет хотела съесть. Ой, я просто помогаю маме. Просто папа уехал, и мы не знаем, когда он вернется. Варя, находка для шпиона. Вот, читайте. Что это значит? А то и значит. А алименты? Да какие алименты? И на этом спасибо. Хоть вас бояться перестанут, да, что арестуют за собственную дочь. Достану гада из-под земли. И платить заставлю. Вы же в суд на него подать можете. Нет, ничего никуда я подавать не буду. Он мне самое главное оставил. Сама вытяну. Ну, давайте я вам хоть по хозяйству помогу. То вечно у вас что-то валится. Давайте. А омлет вы умеете делать? Умею. И крестиком вышивать, и омлет делать. Мы все умеем. Если мама не против. Мама не против. Ну, тогда несите нам мишек на севере.